Во время пожара в московском районе Чертаново, благодаря простому рабочему по имени Айбек, была спасена девушка. 24-летний парень перелез через балкон на 7-м этаже и спас девушку из горящей квартиры. Как он сам признается, просто шел мимо, увидел дым, услышал крики, сориентировался, поднялся на нужный этаж на лифте. Происходящее, затаив дыхание, с земли снимали на видео соседи и случайные прохожие. Меня зовут Айбек Иштемеров. Я случайно проходил район Чертаново. Я увидел 7-го этажа густой черный дым. И 8-м этажа попросил помощь. Я поднялся с лифтом на 8-м этаже и потом через балкон влезал это соседнего квартира. Я смотрю, девушка кричит. Потом я окно ломали, и на девчонка я помогали. Я вытащил его. Ну, черным димом, ну, по-человечески я его помогал. Ну, вот так было. К 5 часам вечера пожар потушили. МЧС сообщила о 6 спасенных, 3 из них получили ранения. Очевидцы происходящее описывают так. На балконе стояла девушка, судя по всему, она уже задыхалась. Дотянуться до нее с общего балкона было невозможно. Парня пустили к себе соседи с другой стороны от горящей квартиры. Он пытался дотянуться до девушки оттуда, но ничего не выходило. Тогда он просто выбил целую секцию вместе со стеклом и перетащил девушку к себе на балкон. Сам герой получил в итоге травму. Когда разбивал стекло, порезал руку. Такого рода случаи еще раз демонстрируют благородство мусульман. Однако, несмотря на это, местные власти и население не хотят оценивать такие поступки по достоинству и признавать их право быть частью российского общества. Как сохранить и приумножить свой капитал в кризис? Так называется бесплатный мастер-класс эксперта в области халяль-инвестиций Кумара Мухамедзянова. Очень полезная и актуальная информация в наше время. Переходите по ссылке. Не пожалеете.